Постепенно количество свободных незастроенных площадей городского ландшафта сокращается. Да и в небольших городах найти территории в центральных частях города не так-то просто. Поэтому многие старые здания подлежат сносу. Как говорится, ломаем, чтобы строить. Естественно, остро возникает вопрос утилизации строительных отходов после демонтажа здания. Да и во время возведения нового сооружения ненужного материала предостаточно. Здравствуйте, вы смотрите программу «Зеленая экономика». С вами Айсара Бесенова. Сегодня мы расскажем, куда девать строительный мусор, который образуется в больших количествах во время стройки. На сегодняшний день городские свалки заполнены на 90%. Поэтому отдельные строительные компании задумались над тем, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Они заключили меморандумы с фирмами по переработке твердобытовых отходов. Как оказалось, уже во время строительства необходимо сортировать материал по типу сырья. Ну, например, чтобы легче было его вывозить. Сортировка отходов происходит по мере произведения строительных работ. На каждом этаже мы ставим отдельные урны, чтобы рабочие во время работ сразу сортировали на местах. Мы привозим и вываливаем их сюда. Все это у нас вытекает после нашей работы внедрения безотходного производства по принципам бережливого производства. Каждый сотрудник, каждый рабочий на объекте приносит свои линоулучшения. В основном это у нас бумага, пластик, металл, дерево и твердобытовые отходы, которые мы можем перемалывать и использовать как обратную засыпку. Сортировочными базами долгие годы сотрудничают многие крупные стройплощадки Астаны. В компании трудятся около 25 человек. Ежедневно сюда свозится несколько десятков тонн различного вторсырья. Больше половины – это картон, остальные – пластик, стекло и металлолом. Гора макулатуры перерабатывается вручную, затем отправляется под пресс. Основной поставщик вторсырья – это юрлица. По словам представителей компании, частенько сдают стройматериалы и городские жители. Ежедневно мы принимаем с 9 утра до 6 вечера, как от юридического лица, так и от частных лиц. Вторсырье. Со строительной компанией, которую только что вы видели, присутствовали. Пленки вышло 84 килограмма, картона 318 килограмм. 5-6 рейсов наши газели делают только с этой фирмы, привозят в таких количествах. В первую очередь у нас идет переработка. Мы перерабатываем, перебираем, прессуем все это и складываем. Потом отгружаем уже здесь же, в основном по Казахстану. Чем выкинуть это на мусор, лучше привезти к нам. А многим фирмам, крупным особенно фирмам, чтобы вывести это на полигон, им нужно заплатить. А если они привезли к нам, они еще за это получат деньги. Во всем мире переработка строительных отходов является весьма прибыльной отраслью. Объемы строительных отходов с каждым годом увеличиваются. И, как полагают участники этого перспективного рынка, у нас в стране этот бизнес становится все более актуальным. Цены на вторсырье различные. Например, за картон с доставкой поставщику платят 18 тенге, за макулатуру – 23 тенге. Цена полиэтилена зависит от его цвета и количества. Наша компания решительным образом поддерживает политику Казахстана к переходу к зеленой экономике. С 2004 года мы занимаемся переработкой вторичного сырья, и для этого нами были созданы производственные площадки в городах Астана, Петропавловск, Кокшетау. Ведь, по сути, из 100% строительного мусора 90% пригодно дальнейшей переработке. Перерабатывая макулатуру, мы можем получить продукцию санитарно-гигиенического назначения, упаковочный картон. Переработка полиэтилена идет на производство электротехнических труб. Переработка пластмассы идет на производство технических изделий. Стоит отметить, что вторичное сырье – неполноценный материал для строительства. Однако ответ на вопрос, как использовать строительный мусор, достаточно обширный. Стоимость таких отходов достаточно низкая, да и область применения весьма ограничена. Но как бы там ни было, переработка строительного мусора в Казахстане набирает обороты. Рециклинг представляет собой деятельность, связанную с переработкой отходов с целью их использования в дальнейшем строительстве. Каждый вид отходов используется в своей сфере. Например, бетон. После переработки в щебень можно использовать как засыпку для дорог или тропинок, например, во время гололеда. Щебень активно используется при создании временных дорог. Асфальт. Переработанный асфальт заново используют при строительстве дорог. Однако перед этим его необходимо обработать при крайне высоких температурах. Такая процедура является относительно дорогостоящей, но очень эффективной. Арматура и металлолом имеют самую большую область применения, но в большинстве случаев это опять же сфера строительства.
переработка отходов – задача государственного уровня, поэтому данный вопрос является одним из актуальных в нашей стране. Сегодня с нами заместитель директора Департамента управления отходами. Здравствуйте, Бизара Жакиевна. Здравствуйте. Какие мероприятия предпринимаются для того, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду? Вы сегодня правильно заметили, сегодня очень актуальные вопросы – это переработка отходов, большие объемы растущих отходов, как твердых бытовых отходов, так и производственных. Но сегодня предпринимаются большие шаги в этом направлении. Какие именно изменения были внесены в экологический кодекс? Внесено понятие, что такое раздельный сбор отходов. Также внесены требования специализирующим предприятиям, которые занимаются сборкой, транспортировкой, переработкой отходов. Именно которые требования будут отдельными стандартами. У нас сегодня данная отрасль не лицензируется, поэтому сейчас на рынке занимаются транспортировкой все предприятия, все желающие физические и юридические лица. Как обстоят дела с переработкой строительного материала? Полигоны твердобытовых отходов, уже это в действующем законодательстве есть, не должны принимать на полигоны строительные отходы, только в случае изолирующего материала. Угу. Бытует мнение, что полигоны с отходами очень загружены. Что делает государство с этим вопросом? Любой полигон, он, соответственно, по строительным нормам, по санитарным нормам соответствует проектам и документации. Но, естественно, количество полигонов, сегодняшняя политика государства, нам нужно, необходимо сокращать количество полигонов и переходить на переработку. Угу. В связи с чем связано то, что у нас не так актуальна переработка отходов? Но у нас нет таковой инфраструктуры, как в западных регионах. Очень мало предприятий, которые занимаются переработкой отходов на рынке. Сейчас министерство в целом, государство предпринимаются шаги для развития этого сектора переработки твердобытовых отходов. Вот на сегодняшний день это уменьшение административных барьеров, убрали лицензирование. Сейчас минимальные требования выставляются для предприятий, но тем не менее нам нужно еще в этом направлении работать. Это как и государству, так и частным лицам. Есть ли скидка казахстанским компаниям, которые используют вторсырье? Есть. Мы внесли поправки в закон о государственных услугах. Сейчас, если предприятие участвует, которое использует вторсырье, и чтобы в конкурсной комиссии предусмотрели именно условную скидку для таких компаний, которые используют изделия, материалы, сделанные из вторсырья в Казахстане. Ссылаемся ли мы на международный опыт для развития данной отрасли? Ссылаемся на международный опыт, на лучший международный, как европейских стран, так и азиатских стран. В европейских странах пришли к выводу, что для полноценного развития технологических процессов переработки необходимо мощное законодательство, при котором образование несанкционированных свалок будет жестко преследоваться по закону. То есть вывоз отходов на полигоны становится либо экономически невыгодным, либо вообще запрещен. Поэтому переработка мусора – это не только экологически целесообразная вещь, но и экономически эффективная. Например, в Великобритании с целью сохранения природных ресурсов и стимулирования переработки введен налог на применение каждой тонны природного заполнителя в размере 1,6 фунта стерлингов. В Нидерландах уже около 10 лет действует закон, запрещающий свозить на полигоны строительные отходы, которые можно переработать. Многие другие страны при приеме отходов на полигоны требуют официальных доказательств того, что свозимые к ним отходы переработать невозможно. В иных свалки строительных отходов запрещены вовсе. А в Америке и Канаде вывоз и складирование строительного мусора на пригородных свалках стоит довольно дорого. Ежегодно количество строительных отходов увеличивается на 2,5 миллиарда тонн. Это очень пагубно влияет на экологию всей Земли. К такому выводу пришли специалисты из Европейской ассоциации, в которую входит компания по сносу зданий. Надеемся, что переработка строительных отходов будет только развиваться в нашей стране. И те компании, которые задумаются первыми над этим, получат свои дивиденды. Берегите природу и оставайтесь с нами на телеканале 24КЗ. И будьте в курсе экологических новостей. Остальные выпуски программы смотрите на официальном сайте.